Фотография, которая у меня в руках, сделана в 1954 году. Здесь нахожусь я и мои одноклассники. Мы учились в школе номер 5, а проживали вот в этом районе. Тогда здесь район состоял из улицы Герцена и неподалеку за этими улицами существовал рынок. Центральный сельскохозяйственный рынок. Здесь мы засняты, на руках держим козлят, которых иногда проживающие люди в своих сараях разводили. В этом районе в основном были дома частного типа. Здесь практически был центр города Чебоксар. Располагалось два парка, детский и взрослый парк имени Крупской. Я видела много мест по жизни за свою жизнь. Чебоксары очень отличаются от многих городов. Это город особо характерен тем, что поражает озеленение этого города. Грамотно содержится, как пострижены вот эти вот деревья, не только на центральных, и на многих обычных улицах. Здесь очень хороший воздух. Я давно проживаю в Московской области. У меня появилась возможность навещать город Чебоксары. И я очень рада, что он преображается в лучшую сторону. На данный момент в Чебоксарах все намного богаче. Такие богатые парки, замечательные. В разных районах, и почти в каждом районе имеется парк. И надеюсь, что и дальше Чебоксары будут только становиться краше. Здесь есть все, чтобы хорошо проводить как досуг, так и воспитывать детей. Все для того, чтобы развиваться. Я желаю городу дальнейшего процветания, а жителям Чебоксар любить свой город, как я люблю его.